Наш народный корреспондент Юрий Марданов прислал нам видеоролик, который прокомментировал. В нашем городе появились новые бассейны. Именно так в множественном числе. Давайте посмотрим, где они появились и что из себя представляют. Сплошная показуха, какие бассейны поставили с емкостью водой. Много воды, много. Ну сколько воды. Какой-нибудь ветер, потом будет. What a wonderful world.